Всем привет! Сегодня у нас 23 января 2015 года. Утро, 8. Иду на работу. Ночью был снег. Видите, все машины покрыты снегом. Погода хорошая. Около минус 7. Ветра практически нету. Возле супермаркета било. Но чувствую, возле метро будет. Ветер. Да. Идем на работу работать. Сегодня пятница. Последний рабочий день на этой неделе. Ура! Неделя пролетела. Жух! Как один миг. Отработаем и смело в выходные. Вперед. Время сейчас уже, смотрите, почти 40 минут 8-го. Фишка, иду с работы. Что-то мне так захотелось яичницы. Прям вот нереально. Думаю, сейчас зайду в Било и куплю себе яйца и с колбасой пожарю. Захожу в Било. Что-то я наткнулся, не знаю, на витрину, где эти котлеты. Сестра недавно готовила эти куриные котлеты, ну, как он, фастфуд, да, быстренький такой. А, полуфабрикат называется, точно. Вижу две котлеты. Что-то мне так захотелось котлет этих куриных. Думаю, возьму-ка я котлеты и с яйцами их пожарю, будет такая яичница, типа. Прихожу домой. Кинул котлеты. Думаю, так, надо лук добавить. Точно, будет вкуснее. Точняк. Порезал большую луковицу. Покрышил. Закинул. Потом подумал, блин, котлеты с луком. Запах изо рта будет. А мне сегодня с девушкой встречаться, да? Думаю, надо морковки добавить. Точно. Залез в закрома, а там такие здоровенные морковины, блин. Я почистил одну морковку. Закинул. Так. Думаю, блин, у меня же там перец есть горький. Точно, острый точнее. Покрышил перчик туда. Блин, думаю, томат добавить надо. Точно, будет вкуснее с томатом. Однозначно. Залез в холодильник. У меня томата нету, зато есть у Наташи томат. Я взял у нее томата немножко. Так. Есть такое дело. И потом я увидел тут зелень. Остатки, она тут лежит, наверное, неделю. Покрышил зелень, потом увидел колбасу. Да, я же изначально хотел яичницу с колбасой. Закинул, короче, колбасу туда. И в итоге у меня получилось вот такое непонятно что. Потом думаю, блин, ну есть вот это непонятно что, да? Мой шедевр. Просто так неинтересно, надо что-нибудь, гарнир какой-нибудь, да? Или как он там называется? Основа. Думаю, надо либо крупу какую-нибудь приготовить, либо макароны. Залез в закрома, там пачка макарон была. Ну, вообще супер. Я, короче... Так, надо воду сливать уже. Минуточку. Надо завершить дело до конца. Так. Где-то был друшлаг. Так. И, короче, я сам в шоке от того, что... Как поперло, прикиньте. Хотел просто пожарить яичницу с колбасой. В итоге у меня, видите, что получилось? Давайте. Лишь бы поместились, а. Тихо. А, прикиньте, поместились, ура! Так. Так. Ну, это дело, блин, ну, половина макарон, конечно, вывалилась холодненькой водичкой. Сейчас прольем. Себя прям таким шеф... Блин, да что такое? Все макароны повываливались. Прям ощущаю себя этим, эдаким шеф-поваром. Так, ладно, пойдет. Вуаля! Есть! Ну, на самом деле, конечно, немножко вывалилось, но чуть-чуть макарошек не поместилось. Так, теперь сюда надо добавить масло. Нет, желательно, конечно, сливочное добавить. Которого в закромах-то и нету.
Ну не беда, нету масла сливочного, мы сделаем маслом растительным. Ну так чуть-чуть добавим, да? Ну чтобы для связки этих макарошек все было. Сейчас прям слюной зайду. Тетя Таня, здрасте. Добрый вечер. А может, не виделись? Или виделись? Так. И теперь это дело сейчас помешаем все. Я уже предчувствую этот божественный вкус. Ну вы знаете, да, что рука мастера... Сейчас открою. Вы знаете, что рука мастера не может приготовить не божественный вкус, так что... Сейчас я залью слюной. Приятного мне аппетита. Увидите, как... Это, короче, яичница первоначально была. Но потом она как-то это сделалась вот так. В процессе мешания? Да, да, я там одно добавил, второе добавил, третье добавил. Вот. Все, теперь я буду ужинать. И потом у меня, по-моему, в 22:00 будет стрелка. Да, с женским полом. Так что на этом сей день подойдет к концу. Всем пока, всем удачи, всем спасибо за внимание. Готовьте яичницу, импровизируйте, все в ваших руках. До скорых встреч. Всем привет, сегодня 23 января 2013 года, день недели среда, среда прошла, неделя прошла, так что полнедели позади. Всем привет, меня зовут Ермоленко Игорь, вы смотрите видео «Дневник день за днем». День у нас сегодня 23 января 2014 года, день недели у нас четверг, время сейчас без 15:10, самое время попить вечернего чаю.